городе достаточно много занятий, охватили порядка 300 школьников. Плюс на этой базе занятия проводит наша автошкола университетская и проводят мероприятия нашей организации «Свобода». Это наши фитбайковские ребята и «Мотоджип Хана». Сколько в итоге занимаетесь? В итоге сейчас получается порядка 150 человек. Это одновременно или нет, за это, год? Нет, всего 360 было за полсеместра. Вот. А с Нового года мы попытаемся организовать, и это уже будут 5 групп. Три группы автомобильного направления от 5 лет до 8 лет, вторая группа от 8 лет до 11 и 13-15 лет. И мото направление это группа скутера от 13 до 16 и питбайк от 13 до 16. В муниципальных образованиях есть какие-то программы у вас здесь, там познавательные? Вот муниципальная программа, то она и есть, проводим за счет центра. Нет, чтобы сельских районов было. А сельских нет, это только делает наша инспекция государственная безопасного движения, когда они проводят конкурс юных инспекторов дорожного движения.